нажимать надо, когда уже маленько время пройдет, иначе вырубает почему-то. Помолимся. Царь небесный, утешитель дух истины, ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизнеподатель, приди, вселись у нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, благослови наши занятия, прибудь с нами в этот вечер, сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Тебе же славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веку. Аминь. Так, мы остановились на третьем стихе первого послания Иоанна, 4 главы. Я предлагаю еще вернуться к 4 главе. 1 и 2 стихи напомнить. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. Этот стих мы разобрали. И третий стих. Микрофоны там посмотрите, выключите, пожалуйста. 1 Иоанна, 4 глава, 3 стих. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Толкование. Апостол говорит, что Антихрист уже в мире. Разумеется, не самолично, а в лице лжепророков, лжеапостолов и еретиков, предваряющих и приготовляющих его пришествие. А сам Антихрист будет человек, носящий в себе сатану, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, как написано во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе 4 стихе. Почему и запретит служить идолам, их разумеет апостол под святыню, а себя одного будет выдавать за Бога. Пожалуйста, вопросы, если есть. Судя по всему, здесь он будет как бы пародируя Христа. Христос-то был истинный Бог, и он также будет приходить и будет говорить, что он Бог. То есть он, так как дьявол ничего сам по себе не может создать. И вот он и здесь он будет пародировать. И его примут, вот ожидающие Мессию, то есть иудеи. Я так это понимаю. Здесь немножко, видишь, Христос открыто нигде не говорил, что он Бог. Вот. Он и ученикам открылся, и им говорил, чтобы они до поры не говорили об этом никому до времени. Вот. Поэтому пародируя здесь слово немножко, мне кажется, неправильно. Вот.
Бог сделался человеком, чтобы человека сделать Богом. А Антихрист, он, будучи человек, сделает себя Богом, чтобы всех вас отправить, обольстить. Вот какая мысль у меня. Но тоже я святые как бы говорили, что дьявол — это обезьяна Бога. То есть он как бы, да, пародирует, как бы насмехаясь над всем над этим, кощунствуя, что ли, извращая. Это есть. Вот. Да, он как бы обманет. Здесь тоже как бы. Вот. Поэтому слово «подражая» тут надо в смысле, что он будет и как-то с издевкой, что ли, так вот это делать. Имена будут у него богохульные, мы читаем, и выдавая себя за Бога, ну, понятно, не за любящего и милующего, а за властвующего и деспотичного, наверное, такого, раз он запретит всем идолам поклоняться. Как-то же этому ему удастся. Хотя и апостолы, ученики Христова, тоже идолов крушили. Как бы, но и тоже, слава Богу, хотели, чтобы люди возносили истинному Богу. А этот ложный. Вот в чем разница-то. Вот я это имею в виду, что вот пародирование. Ну да. То, что он будет как бы действовать прям как будто от имени Бога. То есть это и такие даже вещи делать, как вот, допустим, как правильно говорят, и святые там купола золотить, и против идолов будет. Как бы прям действительно. Я какой-нибудь с неба написан, видишь? Да. Чудеса будут, чудеса ложные. Вот ложные чудеса. Вот. Насчет вот сведения огня с неба, ну, все наверняка знают, что каждый год в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Я искал в интернете, думаю, ну если это чудо, и через это чудо множество людей может обратиться к истинной вере, почему это чудо бы не сфотографировать, не заснять на видео, сейчас все это есть, а нет этого в интернете. Начал узнавать, что один раз это чудо было. То есть благодатный огонь сошел. Вот. А на следующий год этого чуда не было. Ну и что, народ-то собрался в ожидании чуда. Вот. И что делать? Ну вот, решили, чтобы народ не расстраивать, сами там как-то тайно, ложно подожгли, и всем сказали, что вот опять он сам загорелся, этот огонь. Вот, но это же ложные чудеса, то есть зачем обманывать народ? То если это правда сходит, ну покажите открыто, и уверуем, как говорят. Сойди с креста и уверуем. Да не уверуете вы, понятно, елены требуют чудес. Я не требую чудес, я просто навожу на мысль, что это чудо ложное какое-то, вот, со сшествием благодатного, что он не жгет огонь там. Ну вот это вот и есть елены требуют чудес. Они вот туда такими толпами идут, к этому благодатному огню, а там Бога нет. Там смотришь, они как бесноватые все, какое-то шоу такое. Так же у нас в Барнауле на Иордане толпа пьяных людей за святой водой идут и Бога не знают и знать не хотят-то. Евангелие раздаешь, они тут же рвут и бросают на землю. А пришли за святой водой, как Игнатий Тихонович подметил, у них лозунг: жить, грешить и не болеть. Бога знать не хотят, к сожалению, истинного. Вот об этом нам апостол Павел-то он и предупреждает в своем послании, что есть лжепророки, ложные духи, и как их узнавать, кто истину говорит, а кто врет, кто от Бога, а кто от дьявола.
И вот он дальше в 4-5 стихе пишет. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Толкование. Теперь прибавляет. Вы, будучи детьми Божьими, победили их, то есть лжепророков. Почему? Потому что Бог, сущий в вас, больше того, кто в мире, по духу которого решили жить лжепророки. Потом дает им еще другой признак лжепророков. В том, что немало печалило простецов из самих верных. Некоторые из них, естественно, могли скорбеть, видя, что тех многие принимают весьма усердно, а их презирают. Апостол и говорит, не скорбите, если многие вас презирают, а их принимают, ибо подобное стремится к подобному. Они от мира и говорят мирское, то есть учат плотским пожеланиям. Почему и слушатели имеют таких же, то есть развратные развратных? А мы, будучи от Бога и удалившись от мирских похотей, становимся для них неприятными. Нас же слушает тот, кто живет целомудренно, и посему знает Бога и готов слушать нас. Об этом и Христос говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 11:5. То есть он свидетельствует, что тот имеет уши, кто приготовился слушать с покорностью. И вот на это место толкователя Игнат Тихонович Лапкин дает комментарий на сегодняшний день. Покорность вере проверяется чем? Если мы, избраны Богом, являемся Его овцами, то внутренний наш голос через навык обязательно подскажет истинную цену того, что мы слышим. У нас должна быть покорность в первую очередь Слову Божию, то есть Святой Вечной Библии. А все остальное мы должны проверять по ней. И если сходится с Библией, тогда слушать с покорностью. В противном случае отвергать. Или если это безразличное, то оставлять на свое усмотрение. Принимать или не принимать. Вот такой комментарий. Но сегодня, конечно, мало кто проверяет, сверяет с Библией. Вот. И в священном начале в большинстве своем неверующие проповедуют по-мирски. И мир слушает их, если и проповеди какие-то, то такие вот, ну, о Христе, о рождении свыше, там мало что узнаешь о том, чтобы отстали от греха, покаялись и исправили пути ваши, покорились Библии, Слову Божьему. Мало-мало таких проповедей встретишь. Все какое-то говорят о духовности, о нравственности, вот, о любви к родине, там, патриотизм обязательно, все это, вот, сергианство, вот это захлестнуло все это. Вот. Симфония с властью, вот, к сожалению. Поэтому и нам, христианам, нужно все вот эти слова сверять с Евангелием. Евангелие, вот строительный ответ, сходится, слушать, не сходится, отвергать. Если надо, обличать, не сходится. Вот. 1 Иоанна,
Так, 4 глава. Шестой и десятый стихи. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Выше толкование. Выше апостол показал, с кем нужно обращаться и с кем не нужно. Теперь как бы прилагает печать к сказанному. Посему-то узнаем, кто имеет духа истины и кто духа заблуждения, лжепророчества. Затем опять начинает речь о любви, показав, что нужно любить некоторых, именно единонравных, возвращается к тому, что говорил в начале. Говорит, что любовь и любящий от Бога, что любящий и один только он рожден от Бога и знает Бога, а не имеющий любви не знает и Бога. А чего же тот, кто не любит, не познает Бога? Это подтверждает следующим образом. Бог есть любовь. Это видно из того, что Он Сына Своего Единородного послал в мир, чтобы Он доставил нам истинную жизнь, и мы ожили через Него. Ибо как благостью называется Бог, потому что по благости создал мир мысленный и чувственный, так из любви к нам, послав Единородного Сына Своего в мир, показал через сие, что Он есть и любовь. Посему и прибавляет в том любовь, то есть сим и доказывается, что Бог есть любовь. Потом, показывая превосходство любви Божией, говорит, Бог сделал это, то есть предал за нас собственного Сына Своего, не потому, что мы любили Его, но первый начал благодетельствовать нам по любви и послал Сына Своего. И не только послал, но и собственной Его кровью содел очищение наших грехов. Если же, говорит Бог, так возлюбил нас, хотя мы отнюдь не одинаковы с Ним природы, то гораздо более мы должны любить сродных нам и, узнав превосходство любви, оказывать ее другим. Ибо как виновен тот, кто не избирает достойное избрание, так похвала принадлежит тем, которые любят достойных любви, потому что они возлюблены. Мы же, расположив себя так, имеем то и другое. Мы и любимы, потому что нас любит и воспринял к себе в дети Бог. Мы и возлюблены, потому что любим ближних. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Ну вот, есть такое понятие «любвисты». Всех люблю, никого не осуждаю. Бог есть любовь, то есть они извращенно истолковывают это место. Вот, то есть доходит до того, что да, мы грешные, супергрешные, и даже если будем
пребывать в грехах, Бог все равно нас всех простит, потому что Он есть любовь. И когда такого любви ты начинаешь пугать адскими мучениями, что возмездие за грех – смерть, что говорит, что Бог первый мир потопил, имя которому – любовь, что Содом и Гоморру сжег город дотла, имя которому – любовь. Но человек как не слышит. А почему? Потому что кто от Бога, тот слушает, а кто не от Бога, а от дьявола, он лжец. Он не слушает, ему неприятны эти слова. Неприятные, ну, почему? Потому что, ну, совесть-то, он понимает, что он зло делает, что он отвергает любовь. Вот, и выбирает нечто худшее, вот, но не может ничего с этим поделать, по гордости или своей, или еще по каким-то причинам. Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот и впереди мы читали, что выше, что о покорности Слова Божия, то есть имеющие уши слушать да слышать. То есть человек, когда рожден от Бога, он принимает слова Божьи, ему на сердце ложатся. Он говорит, да, аминь, да, это истина, да, да, да. А которая от дьявола, а дьявол лжец и отец лжи, он эту истину, она ему неприятна, то есть она, эта истина, ему кажется лживой, это не его. Вот. И поэтому они говорят, да врешь ты, нет никакого Бога, не будет никакой гиены, вы нас пугаете. Бог есть любовь, он просто пугает, а на самом деле он никого не наказывает, он даже может признать, что Бог есть. Ну, вот у него такое ложное понятие о Боге. И вот об Антихристе мы сейчас говорили, упоминали. Когда скажут мир и безопасность, вот тогда придет конец. И у меня такая мысль, что сейчас очень много денег тратится на борьбу с терроризмом, там всякие везде видеокамеры, слежения, то есть все под контролем. То есть вот все вот это вот, и чипы у всех будет, все ради блага для вашей безопасности. Вы будете живы, никто вас не это. Но это все временно, нам нужно понимать, временно. Все равно все это земля сгорит, и дела на ней сгорят. И будет новое небо и новая земля. Все это пройдет, мы умрем, мы тленные, все. Да, какое-то время мы проживем в безопасности, но за эту безопасность душу дьяволу нужно будет отдать. Понимаете, в последние времена какое испытание будет? Ни продать, ни купить без этой печати. А чем я детей буду кормить? Вот так. А верующий, он скажет, ну вот в житиях святых, как мать уговаривала детей своих, мы к Богу идем, не бойтесь. И когда спрашивали, кого первого казнить, говорит, детей в первую очередь. Как мать детей отдала на это, да, любая бы нормально, сама в первую очередь. А почему? А чтобы дети, видя, как ее убивают, не дрогнули. Представляете, какая вера в воскресенье, то, что эта временная жизнь закончится и наступит вечность. Вот. Поэтому не нужно нам на всякие эти обольщения, лжепророков. Они что говорят? Никто не являлся во плоти, никто не умирал, никто не воскресал. Мусульмане это говорят. Они верят в Иисуса. Да, да, Он был. Но он не умирал. То есть они верят в Иисуса, пришедшего во плоти, но не как в Бога, а как в пророка. А мы, христиане, верим в Иисуса Христа, как в Бога, пришедшего во плоти, который нас любит и любовь свою доказывает.
А антихрист чем свою любовь будет доказывать? Почему его люди полюбят? Почему он потянутся за ним? Чем он обольстит? Ведь написано, что примут его, а раз примут, ну, значит, полюбят, значит, даст кушать. Ну, как вот при коммунизме. Я помню учение коммунизма, почему все обольстились-то? Все будет бесплатного магазина. Здорово, работать не надо, пришел, купил, налопал. Ну, вообще красота. И люди поверили, и жизни полагали за эту идею. Вот. Ну, вопрос, значит, задаете, да, что такое любвист? Ну, так, ну давайте. Руслан пишет, любвисты по большому счету сейчас священники. Да, они обольщают, а для чего обольщают? Из корыстолюбия. То есть, если они льстивые слова прихожанам не будут говорить, вот, то они разбегутся, все эти овцы, и поэтому их надо как-то удержать. Поэтому они обещают им рай. Ты мне деньги, я тебе рай, у меня такие полномочия, не вопрос. Напрямую это не говорят, но они просто говорят, чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь. Ну и с тарелочкой бренчат, не забывают, по храмам ходят, и все. А люди мирские, ну им-то... Некоторые даже и не любят, и проповедь даже не говорят там. Ну ходят и ходят, не ходят, не ходят. Но на всех их синодах только и разговоры, что о деньгах. Как сделать так, чтобы люди больше жертвовали? А чего люди жертвуют? Да потому что грешат, а совесть-то их мучает. И они жертвуют, либо просто хотят земных благ, временных земных благ. Вырубила нас. Никто не подходил еще. А он, наверное, не видит. Ты дай ему знать. Сколько в интернете идут, сколько у меня друзей. Присоединиться, да и все. Как ему сказать? Больно пошел на крест ради любви к людям, взять на себя грехи Бога в милостиве. И Петр его от этого отговаривает. Он называет сатана противник, потому что Бог есть любовь. Любовь — это жертвенность, жертва — Христос. И мы, христиане, должны быть жертвенными, мы должны жертвовать ради ближнего своим временем, своими деньгами, своими знаниями, своими связями, чем угодно. Жертвовать, жертвовать, жертвовать. В этом истинная любовь. А у антихриста, а все только для себя. И вот эгоист, эгоисты. Все сделать, чтобы вот мы богатели, и никто нам не мешал.
Обогатеют, а за счет чего? За счет объединения других, там по-другому никак нельзя разбогатеть. Обманывают друг друга, на обмане все строится. Или воруют, или обкрадывают. Бога обкрадывают, Писание говорит. Чем вы обкрадываете меня? Чем мы обкрадываем тебя, спрашивают у Бога? Десятиной и приношениями. Ну, Бог отвечает. Вячеслав, так. Продолжаем. А нет, с нами. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 11 по 14 стихи. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Толкование. Иной, выслушав сие, мог спросить: «На каком же основании говоришь ты о предметах невидимых?» В ответ на такой вопрос он говорит: «Я и сам говорю, что Бога никто никогда не видел. Но из любви друг к другу мы узнаем, что Бог есть в нас». И говорит это справедливо, потому что многие невидимые для нас предметы мы познаем из их действий. Например, души никто не видал, но из действий и движений мы убеждаемся, что она в нас есть и действует. Так и любовь Божию к нам мы узнаем через некоторое движение и действие. Если в этом нет ничего несообразного, то Иисей, святой муж, прилично от действия доказывает, что Бог есть в нас. Какое же это действие? Чистая любовь к ближним нашим. Она есть признак нашего пребывания в Нем и Его в нас. И потому еще, что Он дал нам от Духа Своего. Ибо чистый рождает чистое и непорочное. И как через чистую любовь мы имеем общение с Ним, то отсюда мы, видевшие Его по плоти, познали и свидетельствуем, что Отец послал Его Спасителя миру. Чтобы совершеннее утвердить нас в таком нашем познании, Он и Сам давал объяснение о Своем лице. Иногда говорил: «Я исшел от Отца и пришел в мир». Евангелие от Иоанна 16:28. То есть Отец из любви к нам послал с неба в мир единородного Сына Своего. Иногда еще яснее: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «И я пришел не судить мир, но спасти мир». Евангелие от Иоанна, 12:47. Итак, мы и сами видели и от единородного сущего в недре Отчим, Евангелие от Иоанна 1:18, слышали, и из действия взаимной любви познаем, что Бог в нас и дал нам от Духа Своего, и мы в общении с Ним. Пожалуйста, вопросы?
Вот здесь вот хорошо показано, что есть любовь между нами. Вот смотрите, Иоанн говорит, так, если мы любим друг друга, то Бог пребывает, в нас пребывает, и любовь его совершенна в нас. То есть, если мы любим, то Бог в нас пребывает. И потом объясняет, а что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того. То есть, он говорит, то, что мы любим, он же объяснил, что если мы любим, то это он в нас. И дальше он объясняет, что, как бы, в чем проявляется вот эта любовь, что в нас эта любовь есть. И он пишет, и он дал нам духа своего. То есть, если есть этот дух, то значит, любовь в нас пребывает, если его Святой Дух в нас есть. И дальше он пишет, и мы видели и свидетельствуем. То есть, если в нас его любовь есть, то мы свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира. Ну, то есть, благовестием, благовествуем. Здесь явно показано, что любовь Божия, которая в нас пребывает, заставляет нас свидетельствовать, что Отец послал Сына Спасителем миру. То есть это прям последовательно здесь объяснено, что благовестие есть признак любви, который в нас есть. Это любовь, мы такую любовь являем к миру, как Бог явил свою любовь к миру, когда послал Сына Своего Единородного. Да, ну тут некая... Где-то я. Вот о любви. Всех ли нужно любить одинаково? Или не всех? Или кого-то любить, а кого-то отвращаться? Вот впереди мы читали, что вот антихристовых и духов, которые не исповедуют Иисуса Христа, таких и не приветствуйте даже, и не общайтесь с ними. То есть, как бы, получается, ну, прямое указание их не любить, не мечите бисер перед свиньями, то есть, со свиньей это вообще верующие, живущие во грехах. В другом месте говорится, что врагов нужно любить. А разной ли любви здесь говорится? Вот. То, что мы идем в мир грешный, прелюбодейный и свидетельствуем этому миру, это говорит о нашей любви, что мы желаем его спасения. Мы христиане, Иисус есть Спаситель, и мы желаем спасения душ этих людей, чтобы они отстали от греха. А от греха они сами по себе отстать не могут. Им нужен Спаситель Христос. Его сила божественная. А вот еще... А те, которые, Слав, а те, которые отвергают эту любовь нашу, как к ним? Ну, то, что молиться за них, понятно. А как дальше? Ну, они... А есть даже писание, что говорит, не о том говорю, чтобы молиться. То есть, они уже перешли эту грань. Они такие люди живут в мире. Они живые богохульники. Как? Они враги Божии, но и наши враги. Как к ним относиться? А кто вот может ответить на этот вопрос? Бог же создал ад для дьявола, ну то гену огненную, и ангелов его, и для людей тоже, то есть и людей туда отправит. И это будет проявление любви Божией. Поэтому и вот не приветствовать, это то же самое, если это по заповеди Божией, то это такое же проявление любви, которое просто, возможно, нам недоступно, непонятно по-человечески, но по-божественному можно предположить, что и как Бог создал для гиену огненную, для дьявола, так и это было проявление любви. Ну, проявление любви к кому? К тем, которые не хотят с дьяволом иметь общение, или к дьяволу? Или к его... Даже к дьяволу. К дьяволу? Ну да. А где написано, что Бог любит дьявола? И он отдал, создал ад его, любя дьявола этого. И вечно его будет там мучить. Ну так это самое лучшее, значит, для дьявола, что возможно для него сделать.
Нет, ну а как сектанты рассуждают? Ну, уничтожат грешников и все, и вечно их мучить не будет. Вот в этом-то и любовь Божия проявляется. Ну, они свою любовь навязывают Богу. То есть то, что им кажется, как лучше будет, они навязывают. А мы просто принимаем, как мы прочитали, написано, что если Бог потопил мир, то это любовь его, так как Бог есть любовь. Если он там сжег ген этот, то это его любовь. Если он отправляет дьявола и людей вместе с ним, с ними, в гену, то это любовь. Ну я все-таки склонен к мысли той, что он Содому и Гоморру-то сжег по любви к Лоту. То есть Лот любил Бога, он был праведный. И по любви к Ною, а не к тем содомитам. Они проклятые, а он их вечно будет мучить. Это не проявление любви, а проявление справедливости. То есть он им предлагал сделать выбор. Выбери жизнь, смерть, благословение и проклятие. Люди выбрали проклятие, не избрали благословение. Ну, это их выбор. Ну и Бог, может быть, любя их выбор свободный, тоже как бы вот в этом любовь проявляется. То есть, ты выбрал, пожалуйста, на тебе твое. Вот они рассуждают. Так, может быть, рассудить, если. Но мы как бы исходим, что Бог не может поступать несправедливо. И он не может не любить. То есть, вот, чтобы несправедливо поступать одновременно и не любить. То есть он, как и все же грешники. Ну, как он искупил. Он искупил всех, то есть он же не просто простил, а искупил, то есть он вот именно что он заплатил за этот грех. То есть он не совершил как бы такое прощение само по себе, ни с чем не связанное. Он искупил своей кровью. И здесь просто кто отвергает его любовь, ну, отвергает и отвергает, но я все-таки исхожу из того, что всякое действие Божие есть проявление его любви. Вот я из этого исхожу. И проявление справедливости одновременно. Не делю вот эти понятия. Ну, Писание делит. Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. То есть он прямо Писание говорит, что он не любит грешников. Бог не нуждается в муже грешном. То есть он свою любовь доказывает тем, что послал сына своего единородного. В этом его любовь. То есть он дает шанс абсолютно всем, невзирая на то, что он нас полюбил, когда мы были грешниками. В этом его любовь. На этом его любовь заканчивается. Если дальше мы не отвечаем ему взаимностью, ну, любовь его заканчивается, начинается справедливость и возмездие. Бог грозный судья, еще имя ему Саваоф, воинствующий. Дальше, помогите нам в этом вопросе сложном разобраться, любви и справедливости. Что, ко мне обращаются? А вы готовы слушать? Да, пожалуйста. Ну, вы об одном говорите. Вячеслав более ясно выражается. Тоже и те, которые тут приходили, у нас вижу поспорить. Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Вот взять здесь. А мы спросим, в какое время? Понимаете, здесь все надо понимать. То, что совершается здесь, кончается в вечности. Для нас, а для Бога не кончается. И поэтому то, что делает, отец любит сына, наказывает. Если отец, который не наказывает, так он любит или не любит? Но он же бьет его. Очень серьезно. А это бьет ему любовь. Ему имя любовь. Эта любовь потопила весь мир, Златоуст говорит. И младенцы, и звери, и птицы все погибли. Те, кто не вошел в ковчег. А Содом и Гоморра, там были и кошки, и собаки, очевидно, или и дети малые. Все погибли, все сгорели. Дафана, Верона и Корей вместе с женами сошли, что это любовь. И так и с сатаной будет. А сатане вообще старайтесь никогда не рассуждать. Он рядом. И он мозги начинает пудрить. Почему он называется у Льва Толстого, называется черт, черный. Черный, Шварцен. Вот и весь. Вот говорят, юридическое право, это католическое это. А при чем тут католическое? Вот Бог заплатил. Если этих слов нету слова заплатил, не употребляйте никогда. Тут можем ошибиться. Нужно полностью довериться русскому переводу Библии.
Другие говорят, там полслова узнает и начинает мойкать. А как? Мы просто должны познать, что у Бога другая шкала измерения. Ну, вот я просто говорю, вот, плод. Что там, убыло от него или что? Не вкушай смерть и умрешь. Дальше-то Адам не знал. Он не знал, что такое смерть и умрешь. Он живет и живет, таблетки не глотает. Смерть и умрешь. И вот Ева сорвала. Она еще не съела. Уже все трепещет. Теперь она надкусила. Еще не проглотила. Ну, не съела, значит. Как только, видимо, по кишечному тракту пошло, в глотку провалилось, все. Сдрогнуло все, все животные стали. Все насекомые, все смертные стали. В Адаме все умирают. Нам никогда это не понятно. Ну, что она сделала? Уже умерло больше 100 миллиардов людей. В Адаме все. Миллиардов, не миллионов. Если где-то взорвалось, а что-то 50 человек погибло, ну и Бенадир Пхутта, когда и то, ой-ой-ой, сколько много, много, миллиардов. И поэтому мы рассуждаем, но войти в это мы не можем, нам не дано, наш разум этого не вмещает, как было там блаженному Августину или Амбросию показано Медиланскому, на берегу играл там мальчик, это ангел был, вылить. Выкопал ямку и таскал воду и раковину, чтобы выщипать все море. А как ты мог так подумать о Боге? Итак, слово юридическое, когда говорят, это надо понимать в хорошем смысле слова, как у католиков. Заплатил, а лучше не употреблять. А почему? А кому он платил? Тут одно слово сказал сразу, а кому он платил? А кто ему должен? Божья справедливость. Мы никогда это понять не сможем. Ну как? Ну, плод один, у меня яблоко сорвал кто-то или там что-то вытащил, еще бы я его, ну, выговорил бы там, может быть, и даже за уши потрепал. Но умерло, которое никакого отношения не имеет люди к этому. И мы должны согласиться, не рассуждая, ни охай, ни ахай, где Божья справедливость. А вот теперь во Христе все живут. Вторая часть, 6.23, послание к Римлянам. Он умер, и этой жертвы достаточно, чтобы миллион галактик спасти. Вот какая мера. У нас, если один был, я за него жизнь отдаю, или легкие печенки там отдал где-то. У Бога другая шкала измерений. Нам в нее никогда не войти. Мы никогда не познаем, что такое времени бесконечное. И что такое пространственность, у которого нет конца. Но вот миллиарды в миллиардных степенях луч солнца идет и идет. Ну где-то что-то, конец есть, новые галактики и прочее. Ну как, ну где-то же. Ну мы не можем рассуждать так, что Земля плоская, а вверху зеркало. И она бьется ракетой и падает на землю. Тут все понятно. Но вопрос остается, а что за зеркалом тогда? В эти вопросы не надо входить, чтобы пока не рехнулся ума. Бог сказал, мы приняли, аминь. Мы немощные, да без предела немощные. И многого не знаем, мы поступаем хуже животных. А как о животных? Ну, в любом вопросе. Ни одно животное не курит, дым не пускает. Ни одно животное не находит где-то наркотики и прочее. Нет этого. Вот табак посыпают от моли, моль погибает. Не то, что мясо погибает. Ни одна не делает аборты. Повторяю, ни одна тварь никогда и нигде. И поэтому аминь, и на этом все. Рассуждение правильное. Здесь и любовь, и справедливость. Они торжествуют. Правда, там мир встретится, облобызаются. Еще в Ветхом Завете было сказано. Не пытайся дальше проникать. Этого нельзя делать, потому что это абсолютно не подсильно. Сказали бы, вот 1500 тонн. Вот поднимаю, поднять под эти гора там. Полторы. А под ней узнаешь, ну я буду кожились, но подниму, поднять, а под ней может золото лежит. Просто отступись и все. Это нам не под силу. Но и справедливость будет, и любовь. Все, отошел. Спаси Христос. Слава Иисусу. Ну, да, мне прояснилось многое, что и у Бога другое измерение, Он вечен, поэтому, а любовь, она не перестает. Да. Вот и все, все сошлось, поэтому Бог есть любовь. Спаси Христос. Да, тут нету разногласий. Слава Богу!
Аминь. Всем привет от Игоря Дыбунова. Рады слышать. Евангелие, первое послание Иоанна, 4 глава, с 15 по 16 стихи. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Толкование. После сего и возвращается к упомянутой речи и говорит: кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том Бог пребывает. Потому что, как выше сказано, всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Этими словами апостол выражает и другую истину, что те, которые так исповедуют и имеют в себе пребывающего Духа, то есть Бога, и сами пребывают в Боге. Каким образом? Через любовь друг к другу. А вспомнив о любви, он повторяет все высказанное им о любви для того, чтобы более утвердить учение о любви. Так, вопросы. Про сектантов никто не вспомнит. Сектанты вот в себе Бога имеют или нет? Желающие ответить есть? Сектанты, они сектанты разные. Есть сектанты, признающие Троицу, есть не признающие. Но они тоже их, я не знаю, можно их назвать сектантами или нельзя. Я слышал такого свидетеля Иеговы, который Троицу не признает, их даже сектантами не назовешь, они не отсекались от церкви, они вообще понятия о церкви не имеют никакое. Аминь. Хотя, вот, а все, кто ближе к православию, это баптисты. То есть у них, если бы они приняли священство, у них только вот священство баптистов, адвентисты, те душу не признают, а от адвентистов уже... Свидетели Иеговы откололись, то есть пошли дальше, все дальше, дальше от Бога. Это все потомки Дафана, Корея и Аверона, в Библии читаем, которые сами решили вот власть взять в свои руки и незаконно узурпировали себе священноначале такое. А что касается того, что они говорят о Иисусе Христе и признают, что Он пришедший во плоти, это Дух от Бога. Вот. Но этот Дух Святой не в полноте на них пребывает, не в полноте, так нужно разуметь. Им не хватает дальше, они на этой ступеньке захрясли, и благодати освящающей, как вот в православной вере, нету у них. Таинства у них нету, нет у них причастие, они не верят, они верят, что хлеб остается хлебом, вино вином, а тело и крови не причащаются. А раз не причащаются, значит, они не в Боге. То есть даже и Христос говорит, кто не будет есть плоти и пить крови моей, тот не войдет, не увидит жизни. Они это отвергают. По гордости или почему, не знаю. Ну а что касается, еще раз повторю, Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это Дух от Бога. Бог дышит где хочет, Он и в сектантах может дышать. В этом плане, да, это Дух Божий. Вот.
Но взять тех же мусульман, они не верят в Иисуса Христа, пришедшего во плоти и воскресшего. Это же имеется в виду. То есть Сын Божий, Иисус Христос. Все понимают сразу ассоциацию с крестом, с воскресением. Они в это не верят. Значит, это дух антихристов в них пребывает. То есть, ни Христов, ни Божий. Ну, если есть еще что добавить, пожалуйста. Я так разумею. Ну вот, значит, можно сказать, что спасает Иисус, Иисус Христос спасает? Можно же так сказать? В церкви спасает Иисус Христос. Да, там они проповедуют другого Иисуса. То есть вот на это нужно... Они проповедуют Иисуса Христа, который не создавал церковь. Вот. Или какую-то... Создал церковь, но она какая-то плохая оказалась. Вот. А есть вот хорошая мы. Они проповедуют другого Иисуса Христа. Да будет анафема, Галатам 1.8, читаем 1.9. Не то благовествует. Тут написано, через любовь друг к другу пребывает Бог в человеке, через любовь друг к другу. А если не в полноте, значит, любовь не в полноте. Ну, заповедь Божия, люби всем сердцем, всем разумением. А у них не всем нету полноты. Только в православии полнота, а там в сектах нету этой полноты. Место Писания — это когда Господь говорит ученикам, когда Иоанн говорит, ходит там один за нами, прогоним его. И он говорит, кто не ходит с вами, но не против вас, тот за вас. То есть вот это место Писания, оно очень сильно напоминает то, что мы сейчас читаем, что как нужно относиться к этим людям. Но они сектанты-то, они не за нас, они при каждом удобном случае против православной церкви проповедуют. Вот. Они говорят, что иконопочитание – это идолопоклонство, ну и так далее, и тому подобное. То есть, что... Ну, что? А помнишь, Игнат Тихонович говорит, что там встретился с адвентистом в тюрьме, когда был? И там это, они, когда беседовали там с кем-то, то они как бы вместе были там. На него там кто-то говорил, на, или на того. Они такой паритет держали, как бы. Не спорили ничего. Ну, про адвентиста не помню, а помню про мусульманина, что он там, ну, Игнат Тихонович поддерживал его в тюрьме. Вот это я помню, но про адвентиста не помню. Сектанты еще расположить можно. Это именно такое отношение агрессивное к нему, их так часто располагают. Вот даже сейчас, допустим, их гонят постоянно, и они так агрессивно располагаются. А когда с ними заговоришь по-человечески и расскажешь и про проблемы, согласишься с проблемами, допустим, внутри православной церкви, они тут по-другому начинают смотреть. Вот так, если по-человечески на это дело. Некоторые, конечно. Даже могут расположиться. Ну, сектантство – это узость взгляда на истину, узость. Ну вот Игнат Тихоновичу как-то удавалось же их там располагать вот в то время. Сейчас я не знаю, кто располагается. Ну бывает и сейчас даже, вот сколько было. Там из Америки сколько ему писали, и здесь тоже люди по скайпу. Ну были такие случаи. Но правда ни одного мы тут не видели. Ну вот я знаю, что в Красноярске там целая община у них расположилась. Они пришли, там отец Константин в Красноярске, он был в зарубежной церкви в Омской епархии, а потом перешел к старообрядчеству. И вот они к нему пришли, там 40 человек были, семьи там были с детьми. Но правда сейчас осталось трое или четверо всего, потому что накормил он их старообрядчеством по полной, как говорится, программе.
И они обратно отошли, баптисты. Да, и пришли они через канал открытым оком. Вот так получилось. Так, ну давайте еще один стих прочтем и перейдем к вопросам и ответам. 1 Иоанна, 4 глава, 17 по 18 стихи. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Толкование. Бог есть свет, и святые Его по изречению Евангелия Матфея 5:14 суть свет мира и чужды страха мучения, потому что исполнены любовью к Богу. Хочу, говорит апостол, чтобы вы усовершились в любви так, чтобы в день суда нам иметь дерзновение пред Богом, потому что и Он есть судья по собственному Его изречению. Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евангелие от Иоанна 5:22. И что наше дерзновение будет пред Богом вочеловечившимся, апостол выразил в следующих словах. Поступаем в мире сем, как Он. То есть, когда уже доказали, что Бог в нас и мы в Нем, то мы сами в себе свидетели о совершенстве любви. Как Он в мире был непорочен и чист, почему и говорит, идет князь мира сего и во мне не имеет ничего, Евангелие от Иоанна 14:30, так и мы будем в Боге и Бог в нас. Если Он есть Учитель и податель нашей чистоты, то мы должны носить Его в мире чисто и непорочно, всегда нося в теле своем мертвость Его. 2 Коринфянам 4:10. Если будем так жить, то будем иметь дерзновение пред Ним и будем свободны от всякого страха, ибо достигши добрыми делами совершенства любви, будем далеки от страха. Подтверждение всего и прибавляет, совершенная любовь изгоняет страх. Какой же страх? Сам он говорит, что страх мучения. Ибо можно иного любить и по страху наказания, но такой страх не есть совершенный, то есть не свойствен совершенной любви. Сказав это о совершенной любви, обязательно говорит, что мы должны любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. И как Он прежде сотворил нам благо, то мы тем усерднее должны принуждать себя к воздаянию за оное. Основываясь на словах Давида, «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Псалом 33:10. Иные спросят, как теперь Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх? Неужели святые Божии так несовершенны в любви, что им заповедуется бояться? Отвечает. Страх двоякого рода. Один предначинательный, к которому примешивается мучение. Человек, совершивший худые дела, приступает к Богу с боязнью и приступает для того, чтобы не быть наказанным. Этот страх предначинательный. Другой страх совершенный. Этот страх свободен от такой боязни, почему и называется чистым и пребывающим вовек. Псалом 18:10. Что же это за страх и почему он совершенный? Потому что имеющий его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у него ничего не доставало такого, что сильно любящий должен сделать для любимого. Под страхом здесь, разумеется, страх предначинательный. Кто искренно любит Бога, тот творит угодно ему не по страху наказания, а по влечению к добродетели и по любви к Богу, не ограждая себя даже законным страхом, заключающимся в любви к хорошему.
И тот страх, который делает что-нибудь для того, чтобы не подпасть наказанию, тождествен с первым. Посему и прибавлено, в страхе есть мучение. Вопросы? Я написано, вот, жена боится мужа своего. Это какой страх? Ну, вот я когда готовился, я тоже почему-то вот это отношение мужа и жены, на вот как-то понятно, то есть вот жена боится мужа. Допустим, вот муж наказывает жену и бьет ее. Она его любит, стирает, готовит, лишь бы он ее только не побил. Ну это что, совершенная любовь у нее такая будет? Или все-таки нет? И мне кажется, жена боится огорчить мужа. Боится не соответствовать каким-то его высоким требованиям к ней. Вот. И совершенная любовь, но из-за боязни наказания это несовершенная любовь. Это любовь ли вообще или нет, что если жена боится, что муж ее накажет? Боязнь наказания — это какой-то детский страх просто и все. И не имеет отношения к евангельской любви. Я так считаю. Я думаю, может быть, здесь все-таки стоит о Боге упомянуть. Но если глава для мужа Бог, а для жены глава муж. Может быть, отсюда все идет? Ну, да. Конечно. Жене глава муж, мужу глава Христос. Христу глава Бог, иерархия. Если не было вот этой вот детской любви, Игнат Тихонович учит, то начни с самого начала. Вот этой вот, о которой мы сейчас прочитали, о любви из-за страха наказания, то, что ты, проживя жизнь безбожную, достоин этого наказания. И из-за страха начинаешь служить Богу, а потом уже достигаешь совершенной любви, тогда все становится на свои места. Но если этой первой детской любви не было, Евангелие говорит, будьте как дети. Они наивны, они не знают зла. То есть, но детей же родители наказывают. И Игнатий Тихонович только что говорит, вот отец наказывает сына, он что, его при этом не любит? Бог наказывает нас. Церковь свою, невесту, он что, ее при этом не любит? Я думаю, уже по любви все это делает. Муж наказывает жену, он что, ее при этом не любит? Как наказывает? Что-то ты заигрался. Как наказывает? Ну как наказывает жену? Че муж наказывает? Дает ей наказание, он ей глава, она ему не подчиняется. Жене учить не позволяю, не властвовать над мужем. Жена доучится в безмолвии. Если она стрекочет, перебивает ее, он ее наказывает, то есть борется с этим как-то. Ну, а что, он как тряпка должен расстелиться перед ней, под каблук к ней залезть и все ее прихоти исполнять. Она не туда ведет. А он глава, он должен поставить ее на место, как глава семьи, отец, детей. Вот. Если он христианин, конечно, а не так, что там пьяница и лупит ее направо, не налево. Не об этом речь. Здесь речь должна идти, наверное, о вере, раз написано, что жена боится мужа своего. Не он заставил ее бояться, а жена боится мужа своего. То есть у ней должен быть такой же страх, как у человека, или первый страх, или второй страх. Как у человека. Если не боится, тогда как быть? Значит, у этой женщины веры нет, и тебе теперь ясно, как действовать. Разводиться с ней? Если она венчанная, как ты разведешься? Ну, венчанная потеряла веру, все, ходит, гуляет налево, что с ней делать? Венчанная,
Если гуляет, ну, гуляет, то есть прелюбодействием занимается, написано, что можно развестись. Ну, дальше жизнь будет как у тебя. К маме будешь ходить кушать. Понятно. То есть нужно дождаться, пока изменит. А до этого момента терпеть все ее выходки, и понятно. Не терпеть, а молиться надо. Вот у нас же есть пример. Ну, в терпении это и есть. Старшего наставника. Если ты не молишься, то ты и не терпишь, конечно, понятно. Игорь, молодец, у нас есть пример нашего наставника Игнатия Тихоновича. Столько лет они вместе. Нужно смотреть, как он со своей женой поступает. И, ну, не копировать, а понять этот принцип и применять его. Смотреть, но не копировать. Это... Ну, понятно, что человек говорит, понятно. Но Игнатий Тихонович — это не подкаблучник, это 100%. Вот в этом я с ним, да и аминь. Пожалуйста, Игнатий Тихонович, вам слово о страхе. Слушаю вас, Игнатий Тихонович, пожалуйста, дорогой вы наш. Время занятий-то кончилось, ты переходи к вопросам. Ну а чтобы эту тему закончить, ты маленько тут не так сказал. Это не о детской любви речь идет, а это... Я только сейчас подумал, и кто-то выставил Игнатия Брянщанинова. Я не прочитал ничего, но подумал, что об этом говорит. Он говорит, вот как у сектантов, я по любви. Я говорю, а страх? Нет, несовершенная любовь изгоняет. Ну какая совершенная? Это слова ты заучил. Он говорит, если ты не испытал это начало мудрости и страх Господень, притча Соломона 1.7, то ничего еще нету, начни сначала. Начала у тебя нету. Раз начала нет, начни сначала. Почему? Первое, вот у меня, допустим, как было, я знал, что Бог есть, и есть наказание, и я пойду в ад. Меня никто не мог обольстить, сказать, что, ну, как-то мне каким-то образом рай достанется. Хотя я не делаю ничего то, что есть, не ворую, не курю, не блужу, ничего этого нету. Посты соблюдаю, а в душе-то Бог через совесть говорит. Так вот здесь говорит он, это Пимен Великий это подтверждает. Начни сначала. А какой страх? Страх, как бы не огорчить. Вот я стоял и думала, а где у меня такой страх? Страх перед митрополитом, которого у нас сейчас на Алтайском крае, Сергий. Я его ничего нисколько не боюсь. Он открыт, и он без объятий, без поцелуев не встретишься с ним. Даже когда к прощенному воскресенью подходим, он с крестом стоит, и крестом сверху у меня на обратной стороне вот так вот притягивает, спрашивает, смеется. Видно, он искренне радуется, и я боюсь его огорчить. Понятно? Страх какой. Так и жена. Она его любит. И теперь у нее страх не то, что он ее плеткой каждый раз учит, как сейчас говорят. Да, это было. Раз Господь наказывает церковь, то муж жену тут. Аналогия очень рядом, близко. Но речь-то не о том. Она боится, как бы его не огорчить, чтобы она не потеряла любовь его. Вот смысл-то в чем теперь. А это уже страх Божий остается, но это уже совершенный страх. Человек делает все и думает, вот, ну вот считаем отец Сергия Льва Толстого. Она не узнала его, это ее родной брат был, когда пришел там. А у нее только, там, не знаю, какая-то монета была, рубль или сколько было, ребятишек накормить. Он попросил, она не дала, дала меньше. Как только дала, а она не знала, что это брат. Ее совесть сразу побудила. Как же так? Он же без дома идет. Мы дома ляжем спать. У него ни хлеба ничего нет, а у него есть. Это она уже добавила. Она мигом развернулась назад, достала всю заначку и ему отдала. Она побоялась, что она потеряет его расположение к себе. Он к ней никогда больше не придет. Тем более, когда люди рядом близкие. Не огорчай. Не будьте слишком суровы. Дабы не было препятствия в молитвах. Никакой другой причины нету. Не то, что она тебя уйдет там или блудить будет. Нет. На молитве как? У меня Володя рядом, он знает как. Как на молитву приходит, и я на молитву стараюсь сказать, и скорее как можно примириться. Прости Христа, ради будем молиться. Почему? Женщина утлый сосуд. Утлый, легко разбивается. И у нее размышления нет того, ничего нету. Поэтому она должна прислушаться к мужам веры. Я имею в виду апостолов, пророков, если есть муж разумный. А это не так часто бывает.
Он упивается этой властью, и в конце концов, ну понятно, что он тиранствует, и больше ничего нету. Вот о чем хотел сказать. Так и Бога, чтобы не огорчить. Я боюсь, как бы не огорчить этим поступком. Только подумал, а мысль тоже судится. Господи, прости, я не смог даже сообразить, ноги подставить, а уже тело шатнулось. Все, переходим к вопросам. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, Антихрист, когда придет, он может показать 5 ран Христа на руках, на ногах? Что показать? Раны Христовы на теле. Ну как, вот бывают стигматы появляются когда? Ну да, может он такое чудо показать, раны Христа на руках или ногах. Ну а как показать их, когда Христа-то нет, еще не пришел? Нет, она говорит... Нет, Антихрист, я говорю об Антихристе. Когда Антихрист придет, он может так показать раны Христа? Все может, почему не показать-то? Он может. Но ему зачем это? Он же не будет говорить, что Христос распят, а этому моменту вот он подражать не будет. Он будет подражать только тому, что родился от девы, а это седьмое колено блудниц. Бабка, прабабка, прабабка, все блудницы были. Вот в этом он покажет, из Назарета, из Вифлеема, вот эти места. А о том, что пронзенное, нет, конечно, этого никак не может показать. Он, даже если бы у него появились стигматы, он все равно бы не показал. Никак. Это грань. До креста. А почему он кричал «садись с креста»? Златоузга только глотки разинуты были человеческие, а кричал сатана. Возмездие за грех смерть. А у Христа греха нету, приближается смерть. А он господин смерти. У него в руках смерть, у дьявола была, так сказать где-то. Впервые наступил тот момент, когда смерть наступает, а греха нет. И он заметался теперь. Садись с креста. Думает, сейчас похулит своих хулителей, и этого нету. Вот Лев Толстой про это и говорит. И внезапно на нем захлопнулись наручники в этот момент. Ну, это не так, оно похоже. Он не будет признавать, что Христос умер. И о Христе поминать не будет, а просто войдет в пророчество. Он не скажет, что я похож на него, и нет. Но обольстить людей, иудеев, которые признают Ветхий Завет, мусульман этих проще всего. Там уже все готово. И обрезание уже совершили, и Христа не признают распятым. Они готовые. Их в один день он спихнет. Все 2 миллиарда. Даже вопросов нету. А вот с христианами, которые любят Бога, тут вопрос. А они не пойдут на это. Они умрут, прославят Бога смертью своей. Конечно, лучше бы умереть и не видеть. Игнат Тихонович, такой вопрос. Дьявол, он вообще падшие духи, они могут совершенствоваться? Они совершенствуются в своем зле? Или они всегда пребывают примерно в одном? А где про это считал в Писании? Нет. Нет, поэтому аннулируется вопрос. Чего следующий вопрос. Чего без не рассуждаем? К добру тяги нету. Они могут только, упражняясь во зле, больше и больше познавать, как подойти к человеку, как соблазнить. Ни о каком совершенстве даже намека нет, и вопрос даже так не надо ставить. Ну вот первое, это когда католики-то, они прямо на самом деле, у них диспуты были, на конце иглы сколько демонов поместится? Один говорит 15, а другой 150. Сколько демонов на конце иглы? Это вообще даже не придумать такого. Эти вопросы праздные и вредные, они не нужны. В сатанинские дебри не надо углубляться. Нам небезызвестно умысла сатаны. Он говорит, имеет что на нас? Что ты не познал? Глубины сатанинских в Откровении написано. Не надо туда выходить, это глубины сатанинские. Иначе оттуда не выйдешь. Второй вопрос. Самсон силою от волос... Для чего вообще эта история там была описана? Что для нас, какую пользу можно из этого извлечь? Как бы прообраз, для чего это является? Вот ну, сама история Самсона. Есть такая поговорка, сила есть, ума не надо. Вот у него есть ролик такой, ну кино. Сейчас я не знаю, это заново сделали, а до этого было. А вот видишь, он как, да вот я не хотел бы показывать, а у него ничего не было.
У него драки были, убийства, и блуд, больше у него ничего и не было. Его вся жизнь на этом состояла. У него нигде не видно, что он был верующий-то, но верил в Бога, этой силой играл, как поддубный. И вернулся голый из Америки. А провели. И это вот точно такая же история. Но он смертью своей отомстил врагам. И он обратился к Богу. Вот как. Что-то тут выставляет, подчеркивать не вижу. Никогда не входить в то, где ничего не сказано про Библию. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Святой Иоанн Златоуст. Нет в Библии, нет вопроса, даже не ставьте так никогда. О том, что они будут совершенствовать, это теоретически никак не может. Источник зла. Никак. И о том, что они усовершенствуют и как-то войдут в рай. Ну, печаль сатаны Мария Карелли, но там тоже о другом говорится. Что ему облегчение есть, когда его отвергают. Это можно поверить в это. Талантливое произведение. Фильм ставили, ну, я не знаю, еще и даже там немое кино было-то. Я режиссерам говорил, возьмите за эту книгу и поставьте. Вот это было бы. Печаль сатаны, она в аудио есть, можно прослушать. Я ее два раза насчитывал на пленку. Дальше. Я имел в виду совершенство во зле. То есть то, что он все новые и новые методы придумывает. Вот в этом имеется в виду. Или... Тоже не могу сказать, придумывает он или нет. Он видит вот... Интервью с дьяволом, он тут хорошо отвечает. Я смотрю, говорит, я не знаю мысли, но как у человека, надо что-то купить. Он раз у витрины остановился, два, я уже знаю. Теперь посылаю нужных людей. Ну и дальше запутывает его. Он не знает мысли. Но видно, что расположен человек к этому. Даже человеку смертному и то видно. Вот я сажусь в автобус, конечная остановка, когда работал где-то в Латвии. Я сажусь ехать, и вот заходит мужчина. Такая у него полувоенная форма. Я только глаза поднял на него, я увидел. Первый раз. Он не уродливый никакой, правильные черты лица. Я увидел страшный блудник. А потом пришлось мне даже у него печку делать. Он какой раз там, 28-й или какой, женился опять, молоденькую взял. У него на лице печать. Люди, которые не разбираются, скажут, а как-то увидеть-то? Нет, он не шумел, никому не прислонялся, он зашел только на лице пищать это. Как вот у алкаша, он только заходит, уже видит, кто он такой. Дальше. Игнатий Тихонович, вы знакомы с трудами Александра Шмемана? Что вы можете о него сказать? Стоит ли читать его книги? Нет. Александра какого? Шмеман. Шмем. Не знаю. Шмем. Шмеман. Не знаю. Не считал ничего и не знаю. И сказать не могу. А что у него там смутило вас? Читайте труды Игнатия Лапкина. Да нет, мне не смутило, наоборот, мне понравилось, а Московская Патриархия, наоборот, говорит, не читайте его книги. Он сводит к тому, что не нужен вот этот православный туризм, монашество, он именно по Священному Писанию. Он приводит стихи Священного Писания. Он православный, нет? Да, православный, вы его знаете. Может быть, я знаю, а ты разумная, ты разберешься. Он Шмеман. Пишет хорошо об литургии, он все по Священному Писанию, да, подожди, начиная Наташа, с Деяния Апостола. Наташа, я не понял, Шмеман, да я его насчитывал на пленку. Да, я о нем говорю. Но вот у меня просто Московская Патриархия говорит, чтобы сайте, его книги не читали. Сайте, звук и видео, там есть как раз насчитано и сохранилось кое-что. Какой-то такой у него-то был материал такой, да что-то такое. Я бы мог сейчас... Ну, кто-нибудь, если есть, там зайдите на наш сайт и ткните видео. И на обратной стороне она перекинет туда. И там Шмеман есть. Я знаю, он, мне говорили, он верующий. Да, верующий, но он курил. Я в Америке кое-что разобрался там, это кто и что. Александр Шмеман. Он ничего не выдумывает, он по Писанию берет и говорит.
исторические данные, имеет доступ к книгам. Да, его не принимают некоторые православные, как Александра Мени. Но так нельзя отвергать. Отдельные моменты, их можно обсудить. Я не знаю, а история там еще. Ну-ка, вот кто выставил там, посмотри, вот звук и видео, вон видео. Звук и видео, ткни. На обратной стороне посмотри. Разные духовные материалы, подожди. Разные духовные материалы, вот откни ее. Так. Ну-ка посмотри, Александр Мень. Внимательно посмотреть надо. Ага, вот история церкви, стой. История церкви, это ж Мемона. Вот сколько? Раз, два, три, четыре, восемь. А это восемь, два, шестнадцать. 16:40. Я его насчитывал. История церкви. Прекрасный материал. Вот. Да, я его слушала в аудио, очень хорошее, все по Священному Писанию, но он не признает Игнатия Брянчанинова, вот монашество, туризм в монашестве, он это все опровергает Священным Писанием. А Московской Патриархии это именно и не нравится. Вот я ответил, что он хочет, чтобы все приводилось ко Христу, именно Христос, чтобы были общины, а Московская Патриархия, наоборот, отводит их с часов от этих он книг. Он где-то жил во Франции, что ли, где-то? Он да, он и во Франции, и в Англии, и в Америке как, был. Как, у него книги на иностранные языки переведены, как, только не на русский. Я видел такое, что в общем мы бы его не приняли такого. Он курил, и меня этим все время откнули. Вы его насчитываете, а он курил. Ну, курил-то здесь табак-то не пахнет. Он сказал правильно, история. А на историю у него хватило все, как сказать. Шмемана я считал. Ну, не встречался, конечно. Спаси Христос. Слава Христу. Мир вам, Игнат Тихонович. У меня вопрос такой. Третья книга царств. 22 глава. Так, это было. Посланный, который пошел позвать меня, говорил, вот, речи пророков единогласно. Ну, знаю, пророк Михей там, а да, Ахав собирались, да, на Рамов Галатский пойти, да, война, и что? Вот, вопрос, вот он сказал, я изреку, что скажет мне Господь, и потом... Потом он ему сказал, и сказал, будет успех, Господь предаст его в руку царя. А вот, а почему он так сказал? А с другой стороны, а как он знал, вот в ответ, и сказал ему царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины в имя Господа. Во-первых, как он знал, что он неправду сказал, и почему Михей изначально сказал неправду? А в чем неправда-то, я не пойму. Ну, он как... Он сказал, иди, будет успех. Господь предаст его в руку царя. Какого царя? Он же не сказал, какого. Их два царя было-то. А на него уже там заговор был. Ни с кем не воевать, только с ним. И псы лизали его, и блудница омывали. Исполнилось то, что ему сказано было про Набуфея, которого виноградник отнял. Тут ничего такого нету, чтобы не сошлось. Тут надо смотреть на название даже. Вот говорят, Рафаил назвался я из колена такого-то, а был архангел как? В значении перевода слова. Они-то этого не поняли даже. Спасибо, Христос. Если сказал предаст, значит предаст. И слово «твои руки» означает «твоему государству». Может, последующий там или что-то здесь. Или предаст в руки, значит, он был с кем пошел воевать-то. Язык я там был. Кто из них был там? Ну, мне, для меня главное здесь герой – это Михей. Что скажет Бог, то изреку и я. Излюбленная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. Его заклинило на этих вот словах. И дальше Виктор Николаевич Савченко поет. Что ж скажет Бог, то изреку и я. Игнат Тихонович, а тут же... Тут же явно написано, этот, кто пришел к нему спрашивать пророка, он не поверил первым словам его. И начал там противоречить. Ну и Господь сразу переменил мнение свое, по-другому стало, и все.
Может и так. Может, план у противника изменился. Меня это нисколько не интересует. Меня интересует только один герой. Один. В 41-м году напавший. Было ли раскаяние? В какой момент? Я столько роликов документальных просмотрел, прослушал. Ну, уже все знаю, а все равно. Вот так. Приятно было бы в клетке увидеть Сталина. Меня не интересует ни Сталин, ни Ленин. Меня интересует, кто-то напал. Я легко могу доказать, что все вместе они не стоили его ногтя даже. Как он любит свой народ. Как самое невыносимое. Никто не верил суметь поднять страну. А дальше уже Бога-то отрекся. Сатана повел своим путем, обольстил. Никакие шрастры уже не помогут. Но его переживания-то какие были-то, я в это вхожу. Как многое-многое дано было. Его Фридрих-то предупреждал. Воевать с Россией бесполезно. Дороги и пространство. Не знаю, в каком месте они ударят. Никаких сил не хватит 3000 километров войска держать. Вот так. Ну ладно, пошли дальше. В Майнкампе он у себя писал, что война на два фронта — это самая большая ошибка, которую делали и в Первой мировой войне. Знаю, считал. Ему это говорили. Но почему он ее совершил? Повторил. А знаешь, как это? Аппетит приходит во время еды. И ошибка была в том, не покончив с Англией, он напал сюда. Покончить с ней он мог свободно. Фау-2 уже на выходе были. И выпуск их, он бы все силы бросил на это, он бы засыпал ее градом. А это 1,5 тонны взрывчатки. Самую мощную стену пробивала. Ну, так Фау-1, Фау-2 еще не было, она только в 44-м вышла. Да, я и говорю, что не дождался он. Я про это и говорю, что поторопился сюда. А ему деваться некуда было. Через 2 недели, согласно всех данных, Сталин готовился напасть. 1 200 000 этих парашютистов сбросить на Европу. Аминь. Это более правильно, чем Резун, Суворов, Виктор, нету ни одного историка. А теперь все уже склоняются на него. А он документировано, какие были совещания, какие всем дали наступательные. Это, ну, все дали. Это вал, который заграждение уже бросили. Зачем, когда мы туда идем? Воевать только на чужой территории. И уже дали там разговорники на польском, на немецком языке каждому солдату. Хоть напиться-то как. Ну и Гитлер и вас все покажет, Светка-то и как. И лучшего момента нет. Все ушли отдыхать в воскресный день. И самый удар. Все знали, где аэродрома, и сразу сожгли 9/10. Ну, не, нам об этом говорить не надо. Я просто переживания человеческие. Больше, чем у него, наверное, ни у кого не было. Он верил тому, что сказали, что приходили ламы эти, передали. У него уже и телевидение было, и не какое-то переносное. Это дети Геббельса там с одной, она снимала, как ребятишки идут. Что это за глазок? Сейчас разгадывают, что? И поняли, что это с Тибета. То есть у них уже переносные телевизоры были, не только те, которые показывали. Тогда в России даже об этом и не знали. Сейчас он показывает, какие отдельные оружия и прочее. Все было поставлено на то, чтобы покорить мир. И захлебнулось. У Бога все вымеренное. Он не знал, сколько тут молитвенников, как на фронте люди стали молиться и везде. А он новая религия, древним корням, какие были тогда люди. Показано все это. Главное, это у него здесь виновный-то не Геббельс, а Гиммлер. Тот руководил всем этим. Но мысль-то была какая? Если просто по-человечески. Лучше по размеру, нос, рот, глаза девиц отбирали. И худо или бедно уже нарождали, я не знаю, насколько это достоверно, почти 200 тысяч было уже. 200 тысяч, которые родились от этих браков, которые зачинали от гвардейцев и от эсэсовцев. Вот есть такой маленький ролик, ну кто такие евреи? И он входит в класс и начинает говорить. А потом одного юноша такой, очень симпатичный, поднимает и начинает вот циркулем замерять нос, глаза, лоб, все это дело.
Ну, сегодня ставят так. А оно практически так и было. Почему Бога потеряли? Он в хоре церковном пел. Когда-то. И Сталин учился в семинарии. Начало это еще не все. Вот сейчас, вот я сегодня считал, я хотел вас спросить, вы знаете такой материал Шульхан Арух? Кто знает? Еврейский. Я знаю, это я слушала. Еврейские заповеди по, ну, тому, что, что у них есть, ну, как по Библии. Депутаты 50 подписали, все, я могу материал это скинуть, он у меня где-то в 30-м томе, кажется, находится. Ну, явно дело, все исследования прошли, все, конечно, экстремистские, человеконенавистнические, и я все это знаю, но мое мнение никак не может измениться против слов Авраама. Проклинающий их будет проклят, я этого не хочу. Благословляющий будет благословлен, этого я хочу. А все остальное за бортом. Все, что есть, обобрали, что вся печать в руках их, меня это совершенно не трогает. Нисколько. Деньги, миллиардеров, вот они там Навальный подзуживает, сидит. Меня не касается это. Мне как вот это выполнить, зная это все? Так они голодом всех заморят. Я знаю все, знаю. И поэтому говорю, Господи, благослови, чтобы они тебя познали, приняли тебя. Не только мессианские евреи, а истина была ли, что он человек, Бога-человек. Я так понимаю, никого не заставляю на это. Вот. И гнев людей, которые на них есть. Но я долго думал об этом. Говорил я наполовину, а теперь вся половина открылась. Я говорил, на земле 2896 наций было. Теперь больше обретено. Ну, языков разных, наречий. 2896. Есть два столпа. Первый – это евреи. Евреи. И самое последнее – цыгане. А между ними все нации. И Гитлер поставил задачу уничтожить евреев и цыган. Оба столба свалить. Это не случайно. Что евреи, цыгане, я постоянно об этом говорил. И он поставил задачу. А цыгане что? Ну что, паразиты, они нигде не работают. И эти тоже паразиты. Их так представили, что там банками, то другое. Я вот был... еврейской автономной области, туда литературу когда везли. Ну и разговорился с одним, он хорошо знает. Я говорю, так и сохранилась еврейская автономная? Да, так и есть, Биробиджан. А сколько в сельской местности евреев? Он говорит, ни одного. Они вот здесь все. И все на должности. Никто не пойдет сталь варить, никто не пойдет на стройку таскать кирпичи. Никто. Ни один. Их с детства приучают. Вы призваны владеть миром. Маленький он еще, еврейчик, а ему уже это вкладывается и вдалбливается. Тебе вот наследие столько-то дед оставил. Управлять этими гоями. Зная это, я удерживаюсь, чтобы не сказать ничего больше. Только благословен Господь, благослови это племя. Благослови и вразуми. Чтобы мой голос не вплелся в тех, которые выходят там. Ну, юдофобы, так они боятся их, человека ненавистническое. Никак. Это слово Священного Писания. Вот я сегодня выставил материал о флаге. И сейчас мне там и скидывают другие. А у нас флаг вот такой-то там, в Армении такой-то, горы означает. Ну, на Украине там желтый, это подсолнух. Да я разве о подсолнухе говорю? Я говорю о жизни. Где у вас красное? А там даже нету нигде. Черное что? Здесь... родился, думая о небе, белый престол. И в таком порядке идет кверху. И в равной по ширине. Вот о чем речь-то идет. Я не о флаге, а что во флаг вложили-то. Люди как понять не могут это. Да вот такой был, да Андреевский, там другой, вот этот как колорадский жук-то, действительно. Вот этот, который сейчас есть, конечно, когда на нем этой курицы двухголовой нету. Первая родилась, это все родились кровь. Никто без крови не рождает. И жизнь эта вся на крови основана. И умираем тоже. Последний вздох – это смерть. Вот это красная полоса. Но при жизни надо все время думать выше, глаза поднимать. Небо, небо синее, меня так манит. Вот и все. А в тех-то плагах-то ни в американском, нигде, ни в английском, ни во французском, ни в немецком, нигде этого нету. Они отображают. Рур, добыча угля, там черная полоса, да.
Ну, они горизонтально, вот так, вертикально стоят. Здесь горизонтально. Помышляйте о горнем, а не о земном. Туда глаза, там синева. Да, синяя. А дальше великий белый престол, 20 глава, 11 стих Откровения. Ни у одного нигде этого нету. Здесь мировая история для всех. Будь то мусульманин, будь буддист, будь разбойник, будь святой. Всем одинаковое рождение. Как Соломон говорит, и иного рождения не было. Я рождение обнаружил плачем. Вот и все. Что тут доказывают? Не то, что он... Ну, именно русскому народу Бог дал. Я вот о чем говорю. И в этом я вижу нечто. Это проповедь. Вот я выступал, когда среди милиции, военных. А военные тут собираются, они приезжают, воинскую часть пригоняют. В кинотеатр «Луч». Или вот рядом стоит с вокзалом. И за мной машина военная приезжает. Мне раз два полковника приехали. Выступить. Такой спрос был. Начинаю им говорить, а у них нашивка, я им говорю, уже готовая. Надо, чтобы приняли, не просто я голословно говорю. Люди никак не могут понять это, почему его слушают или не слушают, почему вас слушают. Потому что твоя биография должна показать им, а они могут вписаться сюда. Люди этого не понимают совершенно. Я должен вызвать интерес, показать, что надо мной сотворил Бог. Покажи ему. Я рассказываю, вот это позволило сделать, это. И ты можешь это сделать. И что-то изменится. Дальше вопрос. Какая отличительная черта отличает вот от других народов русский народ? Безалаберность. Расхлябанность и понебратство, все расстегнуто. Самая главная его черта, авось-небось. Вот мы с отцом Дмитрием Смирновым, священником, беседует одна какая-то, она где-то в Гвинее там была, ну что-то такая страна, и там советские все это делали. Ну, то поднялось восстание, и они всех детей, всех убивают, а ее вырвали, они в Советский Союз отправили. Таня звать ее. Она черная-черная, как котелок. У рыбаков на костре. Камеру поправьте, Игнатий Тихонович. А? Вот, разговаривает с ней. И она говорит, какие качества русского человека меня особенно удивляют. Вот, вот колодец развалился. Черпать уже скоро не, бедро не пролазит. А лежат, ничего не делают. Ну вот появился начальник, там пнул, ударил их, сразу зашевелили, все сделают. Дальше опять то же самое. Нет этой предприимчивости, которая у немца. И другие, он как осваивали где-то. Ну, те такие люди были, как Ермак, шли, завоевывали, то работали. Но в основном-то народ-то никакого отношения как будто сам себе не имеет. Отработал трын травой. Открытость называют это. Я называю это безалаберность. Все открыто. Лесков говорит, народ дикий зол, русский народ. Ну, устами, правда, англичанина, который 35 лет прожил да. в России. Да. Странные истории называется этот рассказ, вернее, повесть. Беспечность. По этой мерке у нас самый русский, тут брат один ведущий. А из положительных? Это трудно определить, потому что положительно надо быть рядом. Положительно. Вот интересно, Евгений Евтушенко говорит, поэтов-то настоящих и нету. Я говорю, знаю только трех. А кто? Его спрашивают. Ну, он говорит, Белла Ахмадулина. Это его первая жена. Понятно. А второй кто? Ну, он называет там Дементьев Андрей. Ну, а третий? А что третий? Тут так понятно, что я... Как Новикова, Клара выступала, надо похоронить Ленина, то другое. Я знаю, я артистка самая талантливая, самая искренняя, самая добрая, самая красивая. Вам, конечно, понятно, что-то я все сама придумала. Чтобы быть на уровне все время, я просто задаю вопрос.
вот я показываю вам, и задаю вопрос в собрании у нас. И только один человек, и тот опоздал, не пришел на это собрание. Любовь Николаевна, 7-кратно в день. У меня бывает иногда, вот задержусь что-то в интернете, никак. Но сегодня я встал 15 минут первого. Еще потом бывает иногда прилягу. А днем уже никак. И уже лежу уже 11 час утра, а я еще ни разу не молился. Все, тогда глаза зажмуряю, все прекращаю, теперь буду молиться. Прошел маленько, погулял по комнате, опять за молитву. Мне должно не менее 7 раз быть. Ну и ночная молитва сюда входит, а утренняя вечерняя не входит. Вот отсюда все идет. Ну что это так уже смотреть буквально, то другое, не смотри. А если я буду молиться 3 часа подряд, как вот служба идет у старообрядцев, там не написано про это. А наоборот, святые не поощряют молитвы длинные, молитвы краткие. Хотя, когда служба идет, там краткие молитвы. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, веки веков. Это молитва. Отче наш, это другая молитва. Так и здесь. А какая молитва? Вот, ну, сколько раз? Вот Моисей Мурин, он остановился на молитву 50 раз. Ну, сколько? 50-то раз-то. Ну, это... Ну, может быть, по 3 минуты, по 5. Больше никак он не мог молиться. Даже по 5 это много уже. Умножка на 50. Вот он молился. Давид молился 7. Ну, я для себя нашел, молился об этом. 3 святое и 100 поклонов. 3 святое и 100 поклонов. Это один. И тогда будет видно, на что мы годны. Какой у нас уровень. Это этим определяется связь с Богом и благословение Господне. Так, что у нас уже давно кончилось? 19 минут дольше. Давай, Сергей Павлович, зови к завершению. Помолимся. Достойна всякого истину, блажите Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Назначайте, Игнатий. Кто там остальные? Это я не знаю. Их не видно никого. Игорь Дубунов. Игорь Дубунов, пускай помолится. Благословен Господь ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостивый Господи, Пресвятая Троица Божия наша, слава Тебе. Благодарим Тебя за эти занятия. Благодарим, Господи, что Ты нам постоянно напоминаешь о себе любовью. Благодарим, Господь, что Ты каждый день прилагаешь к церкви верных Тебе. Помоги, Господи, и тем людям, которые желают идти с Тобою, чтобы они не оступились, а были нашими настоящими братьями и сестрами. Благослови, Господи, чтобы и в наступающий год были еще души, которые желали бы принять Тебя своим Спасителем и Творцом. Помоги, Господи, им в этом. Батюшку нашему в путешествии благослови, Господи, чтобы до дома добрался он ангелами-хранителями хранимый. Помоги, Господи, и нашему наставнику, брату нашему, даруй здравия, многое лето. Братьям болящим помоги, многомилостивый Господи. Те, кто ушел от нас, Господи, даруй, чтобы память о них добрая сохранилась в нас, были они истинным примером нам. За святых Твоих, за книги, за труды, которые они оставили, за то, что у нас сейчас есть это великое дарование, непонятно почему, по милости Твоей, Господи, посланное нам через труды нашего старшего брата Игнатия. Благослови, Господи, это все.
чтобы все это разошлось в мире, чтобы это способствовало тому, чтобы еще многие вошли в церковь Твою святую. А Тебе, Господи, за все слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси, Христос. Спаси, Христос. Аминь. Спаси, Христос. Батюшку встретили, его проводили тут. В Казани он тоже был. Едет, все хорошо. Слава Богу. Аллилуйя. Вячеслав, аминь, поклон спаси, передавай Христос. Отцу. Обязательно. Почаще участвуйте на занятиях. Спаси, Христос. Иногда просто не попадаю. Мне тут надо жену с работы забирать. Темно уже у нас.